Всем привет! Совсем скоро стартуют первые игры плей-оффа 13 сезона Pro серии, и сегодня мы берем предматчевое интервью капитана команды Nightcore. Привет, Альберт! Сегодня у вас будет первый матч против команды Хехе Юнайтед. Что ты можешь сказать по поводу этой команды? Был ли у вас опыт игры с ними, и в принципе, как ты оцениваешь их скилл? Ну, мы играли против них пару раз. Как люди, они противные, я тебе скажу. Они пишут в чат постоянно, давя на морали. Нам они не нравятся. И как они, по твоему мнению, играют? Ну, не очень высоко. Хорошо, как вы готовились к плей-оффу этого сезона? Возможно, играли какие-то турниры или тренировки с профессиональными командами? Да, играли пару турниров, выиграли Invisio, там были достаточно сильные команды, наподобие Submarine и Prodota, да и все вроде. То есть вы уже заготовили пару стратегий, и нам будет сегодня на что посмотреть? Да, у нас есть парочка героев интересных, которых скоро покажем. Кого считаете своими потенциальными соперниками в финале, если вы туда дойдете? Ой, точно не скажу. Там любой может совершенно выиграть. Там еще смена патча будет посреди всего этого. То есть вы рассчитываете на то, что скоро выйдет патч и придется играть в новой версии? Ну, плей-офф будет до 30-го. Да. Ну вот, а патч выйдет через пару дней, наверное, где-то уже. И как вы собираетесь играть? Вслепую или наигрывать какие-то стратегии в перерывах между матчами? Вслепую будем играть. Что еще делать? Смотри, на протяжении всего группового этапа в европейском дивизионе вечно происходили одни техлузы. Вот как ты оцениваешь шанс европейских команд, которые, ну, грубо говоря, не успели разогреться за время как раз-таки группового этапа? Европейцы много кого играют, я знаю. Они постоянно ищут и тренируются. Там парочка команд я видел точно. Так что думаю, что они готовы. В случае вашей победы вы, скорее всего, попадете на коллектив Prodota. Как вы оцениваете свои шансы против этой команды и был ли у вас опыт игры как раз таки с ними? Я думаю, что у нас вполне равные шансы. Мы их выигрывали, и они нас выиграли. 1-1 был вроде как в группах у нас. На тот момент у нас были замены, а сейчас будет полный состав, с которым мы готовились. Да и у Prodota сейчас замены есть. Они заменили игрока одного. То есть вы, в принципе, готовы? Да, готовы. Спасибо, Альберт, что выделил на минутку и ответил на вопросы. Мне остается только пожелать тебе и твоей команде удачи. Ну а на этом наше интервью потихоньку подходит к концу. Не забывайте про наши социальные сети, которые вы сейчас видите на своих экранах. Также приходите на трансляции этого сезона про серии. На этом я с вами прощаюсь. Для вас это интервью брал я, Just Field. Всем удачи. Пока-пока.